Рот свой. Здравствуйте! Вас приветствует служба информационных программ Химкинского телевидения. В студии Геннадий Филин. Я и мои коллеги расскажут вам о самых заметных событиях, происходящих в городе. В начале выпуска коротко о его главных темах. ГИБДД в режиме онлайн. На официальном сайте инспекции по Московской области теперь можно оформить заявку на прохождение техосмотра. Болливуд отдыхает. В школе искусств имени Верстовского планируют открыть студию индийских танцев. Преподаватель знает все па с детства. Самая сильная девочка планеты живет в Химках. Тяжелая атлетка Марьяна Наумова установила новый мировой рекорд на открытом Кубке Украины. Сейчас об этих и других событиях. Новый мировой рекорд установила химчанка Марьяна Наумова на открытом Кубке Украины. Своим результатом юная спортсменка поразила не только участников соревнований, но и опытных членов жюри. Более 50 килограммов в жиме штанги лежа – это не предел для 11-летней тяжелоатлетки. Как ей удалось завоевать титул самой сильной девушки планеты, узнала Диана Садрединова. Разминка приводит организм в полную боевую готовность, уверена Марьяна Наумова. Поэтому на тренировке 70% времени посвящено разогреву мышц и растяжке. Два раза в неделю тренажерный зал, аэробика, танцы, учеба и дополнительный английский. Такой образ жизни начался год назад. Начала я с того, что поехала с папой на соревнования, поболеть за него. Потом увидела разминочную скамью, ну и решила попробовать. Сказала: пап, подай мне 20 килограмм, ну это пустой гриф. Я попробовала, получилось 20 килограмм на 4 раза. Последние соревнования, завершившиеся буквально несколько дней назад, стали поворотными в спортивной карьере девочки. О чемпионке узнал весь мир пауэрлифтинга. Побить рекорд самых титулованных спортсменок, причем не тинейджеров, а взрослых, предел мечтаний любого профессионала. Но не предел для Марьяны. В данный момент ведется переписка с агентством Гиннесса. Значит, наша заявка уже одобрена, но предварительно, значит, поставлены некоторые условия. Одно из них – это попадание в российскую книгу рекордов. Мы планируем это делать в декабре. Отец Марьяны, а по совместительству тренер Александр Наумов, тоже тяжелоатлет, говорит, что дочь давно его превзошла. Тем не менее, у спортсменки к советам наставника отношение особое. Он и подскажет, и поддержит. А секрет успеха не в изнурительных тренировках и диетах, а в грамотном подходе к этому виду спорта. Особых таких диет нет. Главное не есть слишком жирного пищу, а углеводов можно поесть только перед тренировкой, чтобы были силы. Потому что из категории весовой никак нельзя вылезать, потому что там определенные веса. Потому что я хочу сейчас стать мастером спорта международного класса, а для этого надо в категории до 44, 57,5 килограмм. Стать мастером спорта международного класса и войти в книгу рекордов Гиннесса – перспективы на ближайшее будущее. А тренировки должны помочь Марьяне принять участие в престижных соревнованиях «Арнольд Классик». Диана Садрединова, Бехруз Шафуев, служба новостей. В хоккее